на сборку принесли велосипед Stealth Miss 6000 или 6.3.0. Рама алюминиевая, вилка, как у всех миссов, стальная. Нога достаточно толстая, цвет вилки беленький, соответственно, будет достаточно все это пачкаться. Передние и задние втулки на шариковых подшипниках, резиновых пыльников нету. Внутри огромное количество нанесли мы смазки и протянули более-менее, чтобы втулки хорошо крутились. Качество сварки вилки видно на видео. А велосипед достаточно легкий, несмотря на то, что вилка у него идет стальная. И очень мягкое белое сиденье. Скорее всего, будет оно очень сильно маркое. И, скорее всего, будет оно очень сильно мяться. Обычная навеска Турней. Впереди 3 звездочки, сзади 7. Задняя втулка на шариках под трещотку. Ну, такая неплохая резина, я бы сказал. Есть подножка в комплекте и есть крылья. То есть велосипед красивый, симпатичный, но опять же при сборке сразу надо протягивать обе втулки, потому что они, к сожалению, перетянуты и вообще не смазаны. Дальше очень аккуратненько все это собирать, чтобы не испачкать сиденье, не испачкать вилку. Дальше настраивать тормоза. Передние тормоза настраивать, сами понимаете, не очень, потому что вот огромное количество шайбочек. Крепление на вилке приварено неровно. Диски тормозные надо обезжирить, поправить. Ну а с переключением более-менее все нормально, потому что этот самый простой Турней, он работает достаточно адекватно, если его хорошо настроить. Рама алюминиевая легкая, то есть в целом, если этот велосипед недорогой, то кататься можно, и велосипед достоин внимания. Для агрессивной езды он не подходит, потому что задняя втулка на двух подшипниках под трещотку, соответственно, прослужит она достаточно недолго. Монетки стоят шимановские. Вот эта вот версия не пластмассовая, а металлическая, она достаточно долговечная. То есть в целом велосипед такой недорогой и неплохо сбалансированный, не считая вот того, что втулки обязательно надо будет периодически обслуживать.